тут белая, бля. Мою белую. А, проебал что-то. Я бы вставал, зеленая была, бля. Поменял потом. Короче, у меня по девяткам летит, так что нормально. Если, бля, штанга, сука. Бля, бля. Бутсы белые, а весь белый. Башка чё, бля. Да-да, так-то белая форма, вообще чисто смотрится. Да, неплохо. Дамы и господа, время большого футбола. С вами сегодня Георгий Черданцев и... Элза нету. О, сенсориор. Всегда легче и правильнее атаковать. Нет. Защита справляет. Давай. Мешок на ворот. Что за пучеглазик, блядь? Давай через... Через Леху, наверное? Леху. А, там, блядь... Решили коротким пасом... Блядь, отец. Нормально. Вот он мне. Блядь, правок проебали, что это не он. Хорош. Направо. Мешок. Блядь. Я по тебе Игорь под тобой вон будет. Сюда. Да что, я же не был далеко. Ну что, блядь. Что ты боишься быть? Быть или не быть? Да ёб твою мать! Да, успокоимся. Пихаем куда-то. Бафон просто. Ох ты, ёб ты, бляха. Кого же ещё-то, блядь, самого высокого в стенку? Да, блядь, дальнюю я, наверное... Возьмёшь? Женя, возьми дальнюю. Или да, я меня что-то хуй бродит там, слышишь? Читер, походу. Оказывается, а все нормально. Там он что-то... Кто там бит хуярит? Хвост. Все, полетели. Чуть-чуть легкой атлетики, блядь. А я здесь сосался с типом, блядь, сори. Блин, ну всем... Серьезно. Хорошо. Отлично. В центр возьми. Дальний. Семерку вот эту. Ох, ебать. Забираю. В центр штрафной под... Это вратарю. Хорош. Мяч без проблем он забирает. Ну. Отобрали мяч у соперника, теперь... Игорь, он куда-то побежал. Давайте аккуратнее уже, чё вы? Франк. Франк. Это может быть опасная атака. Мяч не дошел до адреса, защитник надежный. Снайпс. Валим. Хорошее оборонительное действие. Ой, есть. Нормально. А вот... Вратарь потерялся, когда там, блядь, Коля развернулся, что там все потерялись, блядь. Побегал, подумал. Как бы отпраздновать, да? Сколько вариантов, да? А тут нет наших знакомых никого? Побегать вокруг кого-то хочешь? Да. Давай еще. Трёшку забьем, будем вокруг всех бегать. Не, канал. Чё ему? Блин. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Блять, вот эти вот. Я возьму. Центр, центр. Вроде был на сайте. Полус, не был. Вроде не было. Да, был. Дай на паузу.
Не надо. Тоби. Ты меня, блять. Смешно сразу. Альвес Дасиль. Блин, вот это кучерявое все время. Посмотрим за этой атакой. Нахуй этому дает пустой. Но далеко на одних передачах не уйдет. Такими действиями игру не обострить. Ай, блядь. Неплохо действует игрок, мяч отобранный, что дальше? Не заметил. Хорош. Ну я толкался просто. Надежно. Бля, как не перехватить? Хорош. Отбор, но мяч-то кому достанет? Вот здесь. Ой, блядь, ждал, да, бежал. Да. Режь, блядь. Ну. Ой, дай мне. Блядь, ну как? Ну это не тебе было, Коди. Вот это как ты головой отбил, ты чебай. Хороший шанс, есть у команды заставить. Ёбаные не человеки, да? Ну, всё ещё есть варианты для продолжения атаки. Вынос, мяч, вынос. Почему я перестал переживать за такие навесы? Ой, не стал, блядь, как сказать? Перестал переживать за такие навесы. Блядь, ну-ка, Саня, сука, я уже слёг, ну. Дрыщ. Есть такое. Фоу. А что, далековато, да? Да не, я пробью. Да, стенки не пью. Тихо. Делайте ширину-то, сделайте, чтобы они рассосались. Бату, я буду немножко сзади тебя стоять туда. Готов? Давай. Коль, тебе даю. Мы слышим свист трибун, и это болельщики-хозяев недовольны затяжкой игры. Дай, блядь, дай. Офсайд. Чисто такой заброс Юнайтед. Ну да, они в основном на этого 70. Ну так, он, понимаете, в чем проблема? Одна из 10 такая залетит, поэтому надо вот не давать этого делать. Ну, с пацаны аккуратно. Хорош. Хорош. Я больше не буду бегать. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Чисто пешком будешь ходить? Не, вон, все, здесь я дальше не буду бегать. Давай, я очкую, пройди, заброс. Бля, у тебя посимпатичнее, наверное, позиция была. Мог бы дать ему. Я думаю, там по-другому. Бля, я попробую догнать. Прочитана она. Молодца. Хорош. Ой, я там, пацаны, потерялись. О, зачем тебе пошло, Ром? Хорош. Ну, голевая, нормально. Да, нормально, Лёх. Зачем-то она дошла, определённо. Да, чинь, расслабляйся. Лёха просто не подключается у нас. Да, говорит, я не, вот я вижу, он я Коля хотел, вот здесь Коля хотел. Ну, в смысле, мяч. Сука, лучше ты не уточнял. Да, блядь, ну как? 3 минуты добавлено к основному времени. Бля. Ну, давай. Хоть так, бля. Это может быть опасная атака. Можешь потерпеть-то? Альвес Дасиль. Ай, наебал сам себе, блядь. Да, сейчас спокойненько поиграю. Игра вообще дает на спокойствие. Что-то... Первые минуты опять что-то там, блядь, плыли все. Ну, если на 18-й уже гол забили. Ну, потом, блядь, приплыли, ладно, блядь. Первые 5 минут вышли, да. Блядь, Юра играл на ЛЗ, там, знаешь, 0 из 0, там, а сейчас 24 из 26, прям нормально. Я, у меня 3 из больше, 3. Больше я всего. Чувствую это. Чувствуешь, да, левый фланг? Одиночество. Нет, сейчас сильно вперед, давайте не бежать. А то вот эти забросики, они такие коварные.
Что сейчас может быть забросить, кстати. Ну да. И все равно там разойдутся сейчас. Всем. Лех, вот этого десятку, если что, к тебе прибежит, смотри, видишь вот этого? Видел? Да, вот этот побежал. Бот лучший вариант. Это может быть опасно. Хорош. Хорош просто. Неожиданно. Скрытый пас. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Ну вот чуть-чуть поточнее бы сыграли, и по-другому могла эта атака. Да, я уж проспал тут все. Тут может что-то получиться. Аут, но до штрафной рукой подать. Посмотрим, как они смогут разыграть этот штраф. Блин, тут... Валенсия. Ой, блядь, думал, мне идет. Джонни! Ой, тут штрафной. Да. Ой, здесь может поворот можно. Можно вестить. А, ебать, я думал, ты другой. Может, ударчик ебануть? Можешь, правда, сделать удар. Они что-то не стоят вообще на линии. Ну, а вон туда, на линию. Коля, отойди, вот попаду. Лучше пересенка стоит. Вот где сейчас мешок туда полетит. Да, 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 вон туда, где мешок. Отойди мешок, прибежишь потом туда. Ну, кто-нибудь повыше бы бегал. Ну, да, ну, вон кто у нас-то. Коля, здесь маленький. Да я бегу, да я бегу. Давай, давай, давай. Сейчас два, давай, давай. Бату вообще, бля. Вбегал Джонни, чтобы бить головой, Бату замкал на дальней ногой, блин. Не, ну неплохо почти, блин. Полоски, где? Сейчас там назад куда-то побежал с рукой в пометой. Нет, я сзади. Тихо. Придумали что? Нет. Да, вот что-то прямо в натуре, все через право пихает. В смысле, я тебе? Хорош. Отлично. Не надо. Это на статистику просто. Я думал, не ударишь. Ого. Ого. Отборы, бля, поставил. Забеги. Подождал бы Юра, а я смотрел, вроде Юра немножко не успевает под этот пас, думаю, Коля дам туда, ну, может, пройдет. Не просочилось оно там. Отлично сыграно, надо решать. Эй, блядь! Нормально, хорош. Хорошо все. Блядь, тихо, 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 тихо. Исполов. Опасненько, как-то гандурочка залетит. Да, все, и там уже поплывем. Хотя, да, еще времени, блядь. Там Рома один направо. Не надо, лишнего. Опасненько. Мешок пойдет. Такими действиями игру не обострить. Все, нормальность контроль. Ай. Собран мяч, надо возвращаться. Давай, давай. Антоха 007, блядь. Хаген, блядь. Сука. Какой-то ник из 2007, блядь. Может, боевиков не смотрелось? Да нет, там, знаешь, все такие писали, где-то, знаешь, про 100, там, про и типа 100 цифр. Вот это вот Александр, где-то с тех времен, мне кажется, осталось. Или XXX, вот это вот. Давайте поиграем. Пацаны, давайте хотя бы кто-нибудь в линию, в какую-нибудь. Браво, значит, у нас лестница какая-то офсайдная. Ебать. Ну-ка, вынос нахуй. Хорош. Справа, по-моему, один. С другого права. А, не достанет. Дай. Ай-дай. Ай-дай. Блин, ну и голый, конечно. Че, вы забили? Да. Спра, блядь. Вылетел? Да, Рома забил, меня вылетел. Не выдержал на левом фланге. Теперь надо лево аккуратнее быть. Ладно, давайте. Давай.
Стрим включен, что? Да, отойди, отойди. Ой, свободно. Блять. Ну ладно, хоть до мешка дошло. Вот. Сори, 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 я проспал в этом центре. Ну да, просмотрел уже, блядь, успел перекладывать. Коль ты? Поставь защиту, чтобы ботинок не бегал. А, стоит. Хорошо. Хорош. Хорош. Иди сюда, иди, иди. Блядь, ну что? Птичку, птичку, пожалуйста. Ну смотри, меня нету в кадре, блядь. Что, 4-0 уже? Да. Хет-трик. Хет-трик. Сейчас включаю. Хорош. Вернул. Ну все, по сути, привет. Левый фланг подтягивается по пасам. Ну, у этого нету больше. Можно попасаться. Сука. Блядь, я не пускаю в центр. Блядь, разогнался. Ай-яй-яй. Ты зачем? Ты меня тянешь, придурок. Вроде лицом стоял, блядь. Ну, попросите, я возьму, я возьму. Вот так вот сделаем, а у них... Не выносит. Потому что там куча народу, бля, просит. Я на удар. Ой, а я там отрабатываю. Куда это? Боже, да я не даю тебе... Боже, блядь, это в центр было, еще левее туда. Ой, ой, хорош. Как меня убивают эти пацапасы, блядь? Через тебя. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. У нас вроде кто? А, я помню, Игорь, насчет дистинтов, блядь. Ну, вроде отучился. Да. Помню, там. Просто прячь. Так, так что, сейчас скоро Джонни тоже будет. Получать. Верни. Угу. А чё ж, блядь, куда-то бежать? Я на тебя рассчитывал. Бля, хуй, я не забрасываю прямо отсюда. Да, они так весьма. У них автобус стоит. А, это, блядь, ЦЗшники, ебать, я думал, автоботы стоят. Оп. Куда, блядь? Лёха, ага. Мой бот там всё хавает. Бля. Вот нормальный, да, ребята, играют? Да, валей близко, бля. Хорош. Хорош, нахуй. А уж есть. Че назад? Куда пошел? Сейчас закрутит, бля. У меня есть одна перчатка. Стой ты на месте. О, поймал. Стой на бладушке хуярит. И а че? Один раз силу скинул. Нормально. Че? Я возьму дальнего бату. Ёбаный в рот. Навесик? Навесик. Помогай, зараза. Ай, блядь. Сухарём. На самом деле это было легко. Очень. Считай, молодец. Че, сыграли? Да. Как бы счёт? Кто забил у нас? Рома. Хет-трик. А кто еще забил? А, Коля забил один. Коля, да, забил еще. Так, вайфы громко снялись. Вы... Ты громко? Ты дал весь правый фланг. Ну я, блядь, поэтому и говорю, блядь, все через право, блядь, играю. Ну, потому что левый такой, сори. Ну конечно, бля, левый. Не, ну во втором тайме. Сори, сори, так такова. Жестко выигрывание, а во втором тайме мы через наш план сыграли. Ну просто мы просто. Сколько во втором тайме забили?